26 апреля учащиеся третьей школы побывали с экскурсией в 15-й пожарно-спасательной части. Там ребята узнали о быте огнеборцев и их распорядке дня. Смогли увидеть в работе технику и средства пожаротушения. Попробовали на время надеть всю экипировку. После встречи с пожарными некоторые ребята решили связать свою жизнь с МЧС. Очень познавательно было узнать, как работают пожарные наши. Я вообще давно уже хотела поступить на юриста, вот именно взять направление от МЧС, чтобы поступить в приличное заведение и выучиться на эту профессию. Я узнала, как питаются пожарные, где они переодеваются, где они отдыхают и где они учатся.